забирают людей без всяких оснований, ничего не объясняют. Еще там был должен загрузить всех. Вот. Граждане РФ все. Утром в 6 часов вломились в грубой форме и всех вывели. Нету у нас нарушения хранения никакого нет. У меня пистолет в кобуре. Так что не женщина, надо мне. Запустите. И я сотрудник полиции. Так что я свои права знаю. Ну это хорошо. Это идеально. Надо знать не свои, а федеральные, понимаете? И федеральные знаю. Это хорошо, значит проблем не будет. Конечно, не будет. У каждого просто есть свои права, а федеральный закон для всех. Ну вот так вот водить тоже не имеете права. Нарушаете права человека. Фатима. Так дело не в том, что вы вождение. Вы как нас вывели хотя бы, видели? Никакие на каком основании вас просили? Никто не ответил ничего. Может, нас на расстрел везут? Кто знает? На расстрел? Вдруг, кто знает? Запомните. Вы ничего не показали, ни документы. Регионов не стреляют людей. Я понимаю, вы ничего не показали. Это еще не это нарушение человеческих прав. Хорошо. Статья 136. Установлен законом порядке, вы можете подать жалобу. Что вы я подам, это я подам. Это обязательно будет. Если первый раз взяли, вот нас не везли. Так, вот так вот закрываете, да? Спасибо. Продадим и Инстаграм выложим. Здесь тоже высказывать, никто не слушает. Я сомневаюсь. Мне без разницы. Ну, кому? Мне разрешается. Молодцы, мне просто без разницы. Я уже с голоду. Я ведь тут не в этот зал сидел.